Пожар в доме Якубовых вспыхнул 12 января в 6 часов вечера. К счастью, никто не пострадал. По словам погорельцев, причиной возгорания стало короткое замыкание в электросети. Первыми тушить пожар кинулись соседи, друзья, родственники. Помогали выносить из дома документы, вещи, мебель и посуду. В момент возгорания дома была Эльмира Якубова с двумя младшими дочерьми. Старшая дочь Мавилей и муж Амед были на работе. Смотрю, проводка горит. Начал гореть багет тоже. И от багета пошло на потолок. Там у нас был натяжной потолок, вот мы только ремонт сделали. И он начал буквально вот так весь таять, капать, и начал все везде гореть. Дочери Эльмиры Якубовой, Севиля и Урьяне, выпрыгнули из окна. Мать спасла от огня документы и едва успела выбежать из дома. Пожарные приехали на вызов оперативно. Огонь тушили до 11 ночи. В доме ничего не осталось. Ни мебель, мебель вся сгорела, что-то протлело. Что-то еще, что ну, вообще ничего не осталось, а вещей тоже как бы нет, что-то осталось, но его совсем мало. Случившееся стало настоящим потрясением для семьи. В доме не уцелело ни одной комнаты, нажитая за 23 года сгорела в один миг. Буквально год назад основательный ремонт был сделан в ванной комнате, однако после ремонта остался лишь кран. В доме необходимо поменять кровлю, установить окна, подключить электричество и воду. Семья временно переехала к дедушке. Отцу главы семейства, соседи и родственники не оставили их в беде. Помогают восстанавливать уничтоженное огнем. В такой ситуации нельзя оставаться равнодушным. Завтра, послезавтра у меня тоже может случиться такая беда. Надо всегда помогать друг другу. Восстановительных работ предстоит немало. Самим Якубовым в одиночку с ними не справиться. Семья нуждается в любой помощи. Телефон для связи вы видите на своих экранах. Алиме Мустафаева, Арсен Фукала, телеканал «Миллет».